Ну, это старые булдыганы, пигматита лежат. Жила тут пигматитовая проходит. Там есть гранатики. Ну, они такие не очень. Хорошо тут работали, трудились. Вот такие пигматитовые штуки. Сейчас очки один. В принципе, да, небольшие гранатики. Вот здесь вот гранат, вот здесь вот тоже был гранат. Но он такой непрозрачный, хреновый. Так, сейчас мы другой рукой возьмем. Придется подождать, сейчас я двумя руками молотну. Ну вот, в принципе, интересного-то немного, конечно. Желваки вот такие вот, шпата. Вот, хотя вот там подальше, ну вот гранатовая сыпь немножко есть, но он гранатный интересный. Пройдем немножко дальше. Смотрим. Вот копешка какая-то вся заросла. Убежала. А я кайло не взял. Сейчас сковырнуться можно было. Ну и в общем-то без того известно, что вот эти кварц, шпат. Недалеко здесь гранат есть. Чуть дальше дымчак находил. Вот, видите, тут даже грузди есть замороженные. Вау. Сюда я как-то ни разу не спускался. Хотя, в принципе, можно было. Здесь несколько другая порода. Тоже пигматит, вот даже слюдка тут появилась. Можно здесь покопаться. Лучше, конечно, летом сейчас. На сегодня планы другие несколько. Вот какой кварчик тут ходит.
Это вот пигматитовые жилы работали. Вот они. Они тут и есть от хозяйства. Ну, что-то слитка немножко не та, конечно. Вот. Вот. О, сколько тут всяких неоднаких осколков. Можно было, конечно, покопаться. Кайло, если бы взял. Тоже пигматит. Он не такой, конечно, ярко выраженный, как на той же копе богатое болото в Ежикова. Там или на Адуе. Словно грибы тут собираешь, между деревьев лазишь. Надо от солнца повернуться. Да ладно, в принципе, это все известно. Нечего время терять. Мне, конечно, больше нравятся места там, где пигматит, жила пигматитовая и кварцевая. Вот их бы в пересечении посмотреть. Интересно уже. Ну вот кварц, правда, намеков на нем никаких. А какие намеки? Ну хотя бы какая-то кристаллизация. А так он валяется и валяется, его даже долбить не хочется. Хотя кто-то тут что-то уже пробовал. Вот такие вот животки, они, конечно, интересны. Вот если такой кварчик пошел, то можно смотреть дальше. Ну вот, даже с этой стороны. Видите? Кто-то пробовал. Располовинил, видимо. Большой кусман. В надежде. Но вряд ли надежда оправдалась, потому что, судя по осколкам, ничего доброго не было, за исключением, может, мелочевки какой-то. Вот такие вот животки я уже показывал в какой-то видяшке. Тоже, да, видите там, кто его знает, в том карманчике, что есть. Может, что-то и есть. Но процентов намного, что очень хорошего нет. Ну вот, несколько кусочков отколол. Вот там еще животка с начинающей минерализацией. Так что тут надо смотреть. Хотя, по всей видимости, то, что доставали, конечно же, с собой унесли. Сто пудов. Вот так вот до машины
не дойдешь, время потеряешь. Все интересно. Ну а тут вот небольшое деревце поваленное. Ну как не посмотреть? Мимо этого никогда не проходите. Тут уж давно оно повалено, конечно. Вот. И с Людкой, Кварчикой, что вашей душе угодно. Вау. Вот это хорош кварец. Так, сейчас инструментом попробую. Замерзло все, поэтому трудно выцарапывать. Вот видите, гранат. Хреновый, не монолит, но я знаю, что рядом есть он. Вот в такой породе. В таком пегматите сидит. Все изрыто. Все. Не пахано, так сказать, объем работ для хиты. Ну, это так, балласт брали. Тут. Вот какой, это крупный пегматит. Вау, вот даже, видите, кварчики. Их те глипты кварца. Взять, что ли, вымыть его дома. Ну, попробую. Да и... Ну, почему кайло-то не взял, а? А кувалду? Спрашивается. О, какой шпат идет. Вот по такому шпату и надо ковыряться. Вот пегматит, пегматитик. Ну, конечно, кто в пегматите хочет, там какой-нибудь дымчак, то вот видите, кварц. Вот за ним, тем более тут слюдка идет. Вот по такому и ныряйте. Счастье будет ваше. Хорошо. Грех, конечно, не использовать возможность долбануть по этому камешку. Потому что минерализация налицо. Еще раз. Пробуем. Вот, конечно, она есть. Тот, кто ищет кварцевую жилу и увидит такое, продолжайте.
Видите, часть кристаллика сидит. Вот, вроде кварца, не подумал бы, что будет. Ну, а это что? Будь барской ямой, я бы сказал, что это галенит, а тут не знаю, что это такое. Черт тебя знает.